Даниэль, добрый вечер. В общем, сегодня я модернизировал уже наш кран. У нас появилось управление в процентном соотношении, как мы и хотели. Также я добавил сюда индикацию по нажатиям кнопки «Открыто» или «Закрыто». И в процентном соотношении у нас все будет показывать на экране. Небольшая демонстрация. То есть при включении у нас появилась заставочка. Мы нажимаем кнопку «Открыть». У нас загорается лампочка. То есть пока мотор не откроется на эти 10%, будем мы хоть 10 раз нажимать на эту кнопку, она не сработает. То есть вот у нас 20%, вот у нас 30%, 40%, 50%, допустим 60%. И дополнительные нажатия, они не влияют на работу крана. Также добавили ограничения. Вот после 100% нажатия на кнопку у нас уже не работает. То есть пользователь не может открыть кран так, чтобы там было какое-то усилие. И то же самое назад. 90% горит уже другая лампочка. Показывает вам процентное соотношение. Вот 0. Все, нижнего порога у нас, мы его не можем превысить. Значит, на данном этапе, в принципе, считаю, что электроника по нашему шаровому крану закончена. Единственный нюанс, я думаю, что попробовать надо сюда еще датчик тока установить и посмотреть, как будет себя система вести с датчиком. То есть, если вдруг по каким-то причинам у вас закис кран или что-то с ним произошло, то датчик тока нам это покажет. Получается, система будет знать, что она дала импульс, а мотор, например, не провернулся. И получается, кран будет ограничен. То есть добавим также систему сброса по кнопке, ну, как бы, чтобы можно было обнулять микроконтроллер, если вдруг нужна в этом какая-то необходимость. И самое главное, мне кажется, очень удобно будет вот с такой вот системы вывести большой пульт, ну или на том же сенсорном мониторе, и вот эти вот все краны открывать и закрывать и получать по ним информацию.